Сегодня расскажем, как максимально продуктивно и с удовольствием провести свой отпуск и предстоящие летние дни с помощью актуального кредитного предложения. Одни из самых приятных летних хлопот – это выбор места, куда поедете отдыхать и путешествовать. В последнее время у красноярцев пользуются спросом направления круизного туризма. Прекрасные каюты, это трехразовое питание, это огромное количество развлечений на борту. Внутри есть палубы для того, чтобы вы погуляли, позагорали, поплавали в бассейне, сходили на прекрасное шоу, вплоть до цирка «Дю Солей». В местах остановки лайнера мы выходим и посещаем интереснейшие экскурсии. Доказательством большой востребованности круизов среди сибиряков является получена очень почетная премия «Золотой штурвал». Но, как выяснилось, не только на отдых красноярцы активно тратят деньги. Летом увеличивается интерес к приобретению нового авто. По данным аналитического агентства «Автостат», автомобильный рынок уже третий месяц демонстрирует рост. В мае продажи выросли на 15%. В целом, в сегменте бюджетных автомобилей стоимостью до 1 миллиона рублей ожидается еще больший прирост продаж. И, скорее всего, рост такой потребительской активности связан с тем, что в летний период банки снижают ставки по кредитам. Поэтому многие красноярцы не упускают такую возможность. Именно сейчас, летом, наблюдается активный спрос на предложение по кредитам с доступной ставкой 15% годовых. Кто берет деньги на отдых, другие в отпуске занимаются ремонтом квартир или машин, некоторые планируют приобрести новый автомобиль. Удобно, что для оформления кредита необходим только паспорт. От 15% годовых сумма кредита до 300 тысяч рублей и минимальный пакет документов – только паспорт. Действительно, весьма привлекательные условия для реализации ваших летних желаний. Спонсор программы – Банк Восточный. Актуальное кредитное предложение. Кредитная карта сезонная. Привлекательные условия кредитования – минимальный пакет документов. Благодарим за помощь в организации съемок туристическое бюро «Апрель» и официального дилера «Рено-центр» на Котельниково.